274 тысячи лайков на последней серии смертельного забега. Вчера на втором канале я выпустил новый влог. Там и Херейд был, там и Марти был, там мой и так себе друг Ярик был, и Натаха даже была. И на этом ролике всего лишь 80 тысяч лайков. Нафига на какой-то смертельный забег ставит почти 300 тысяч, а на влог почти со всей командой наркоманов Петровича всего лишь 80? Это какое-то неуважение получается, Хурей? Да я сам в шоке, честное слово. Мне кажется, что даже половина твоих подписчиков этот влог и не видела. Вот ты для приличия хотя бы ссылку в описании оставь, или подсказку там справа сверху добавь, чтобы хоть кто-то тыкнул и посмотрел. Вот едешь в другой город за 4000 километров, вот встречаешься со всей своей командой. Нет! Зачем смотреть этот ролик? Можно же в сотый раз посмотреть смертельный забег. А меня туда вообще-то никто и не позвал. Мне обидно, сидел, грустил. ЖК-плей, так ты сам не приехал вообще-то. Деньги дай, приехал бы. О, господи, ЖК-плей, серьезно? Да ну вас всех, это провал! Ты что, офигел, что ли? Мы снова затащим, не дадим им пройти! Ну это будет проще простого, что X-Данил не умеет ловушки активировать, что жулик-плей тем более. Кстати, чайник... О, я угадала! Ты угадала, это я угадала! Если бы я тебя не протолкнул, то еще бы... Давай, давай! Нет, молодец, ЖК-плей, молодец, троих! У меня на глазах только что голубь кокнулся. Так, это, X-Данил! А! Мы же с тобой договаривались до начала серии! Чё, про... опять про котлеты, что ли? Какие котлеты, да господи, стой, капец! Да! 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 Я стоял по центру, как я там сдох, там невозможно было сдохнуть! Эд, ты понимаешь, что жулик Плей уже 4 человек убил вместе с тобой, поэтому давайте надо поднажать! Ты! Попался! Слушай, я не понимаю, они реально что-то тащить-то начинали на так, ну прыгай! Тихо-тихо! Прыгай вперед, а не стой передо мной! Аккуратненько! Это примерно как вчера на стриме было, который в субботу был. Я-то до последнего момента думал, что жулик Плей не умеет за маньяка играть. Он убил половину команды, когда им стал. Так, Натаха, твоя очередь. Да-да-да. Давай, бегу. Побежали. Я тебя, Идюша, хочу. Засосать. Ну ладно, жулик Плей, давай на счет раз, два, три нажимай на кнопку. Раз, два, три. А, да ты! Ты зачем нажал? Я нажал! Так это X-Данил еще и нажал! Я-то думал, это жулик Плей был, это X-Данил нажал тут дерево, а тут просто бежим вперед, а Ёперный кокос! 4 сердечка мне оставили! Хватит толкаться, Натаха! Ты хватит меня толкать, ну вы издеваетесь, что ли? Честно сказать, я вообще не понимаю, почему я всегда первым иду? Почему я всегда свою жизнь ставлю под угрозу? Почему? Там в смысле? Стой! Просто вперед! Они просто за мной не успевают! Я как Соник! Я быстрый! 9 минут осталось, X-Данил! Ты не успеваешь! Нажимай на кнопку! Там в смысле? Да ну ё-моё, да как? А сейчас жулик Плей! Давай! Засоси меня полностью в эту вот деревню, чтобы я плюс одну жизнь себе заработал. Давай. Нет. ЖК-плей, ты что делаешь? Давай, убивай их скорее. Опа. Ай, так. Я Херет Есенин, сосиска, Херет ту сторону, банат, ту сторону, Есенин, в ту сторону побежали. А мне в какую сторону? Я в эту сторону пойду. Так, вижу, там кто-то дерется, там кто-то дерется, и там кто-то дерется, и я здесь буду драться по... А это здесь всегда было? Чё было? Вот это, что я только что нашел. А чё ты нашел? Ты где? Не отвлекайся, Херей, ты лишние вопросы не задавай. Лучше помогай банану убивать вот этих вот разбойников. Нам плюс одна жизнь нужна срочно. Хоть учитывая, что там всего лишь X-Данил и ЖК-плей, они в принципе играть не умеют. Лишняя жизнь точно лишней не...
просто замечательно. Побежали, побежали, давайте вперед. Их сдадил, здорово, побежали. Очень интересно. В смысле, кнопка здесь? А где остальные люди, что делали, если ты даже эту кнопку не нажал? Я тебя ждал, ЖКПлей пошел за ними. Даня, хочешь, я тебе смешной анекдот расскажу? Давай, рассказывай. Фигня, а где анекдот? Фигня какая-то, а не анекдот. Это, Игзанил, хочешь, я тебе смешной анекдот расскажу? Давай, давай, давай. Да анекдот дайте вы, да чё? Оно реально работает, херы, так же ему рассказывай анекдот. Я не знаю, реально это что-то вообще такой главный дездок. Главный дездок. А вот сейчас будет, а вот сейчас будет самое сложное. А вот сейчас будет самое сложное. Побежал, побежал, давай, банан, да. давай. Да, по центру. Да. О, нормально. Да, ты не успеешь, ты просто не успеешь. Да, ты просто не успеешь нажать на ловушки вот это, тут их сдади. О, сколько вас здесь! Ребята, может вы не будете на месте стоять, ты просто надо вот так вот пробегать и все. Почему вы вообще на месте стоите? Ты если можно творишь? Просто можно бежать стоит? Просто можно бежать вперед, копай вот сюда, допустим. Подожди, не надо где-то. Ну чё? Стой на месте! Ну реально! Ты чё, упал? Я такой нубасос, господи, как вообще так? Ой, ребятки, у нас ещё целых 4 минуты, мы можем вообще никуда не торопиться. В смысле не торопиться? Значит, почему не торопиться? Можно же торопиться, можно же просто вот так вот... Где ты? Это что за читы были? Какие читы? В смысле читы? Я пробежал! Я просто вперед бежал! Ты все пробежал, я не успел! Так я вот именно! Ну что, я просто вот именно бежал, пока все там стояли и вот это сомневались, бежать не бежать, я взять пробежал. Что за проблемы? Закоплай, ты как его пропустил вообще? Я тебя хотел у него 500 рублей попросить! Да какие 500 рублей, Жукоплей? Ты, ну, вообще не умеешь кнопки нажимать! Я весь день всех убивал, а ты ничем не занимался даже! Ты что творишь, Жукоплей, почему? Драка! Драка! Жукоплей! На тебе! Пошли, когда напарником не буду! Давай как в школе! Драка! А меня за что? Банан, сюда иди, ты чё там стоишь? Нам начинать вообще-то надо. Да иду я, иду, нажимай кнопку эту уже. О, вот это неожиданно. Я-то даже не думал, что инвентарь... Вот это не очищается после раунда. Так мне надо, чтобы ты спас мне жизнь, хереть. Игзанил, налево. Налево? Это право, дур... Ай! Я перепутал! Это и не налево, и не направо! Подождите, а сейчас смотрите! Это что? Это что такое? Лови! 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 Ура! Опа! Опа! Иду! Давайте, бегите за мной, аккуратно, чтобы никого не засосал сюда, в эту дыру. Проходим медленно, просто вот так вот пробегаем весь этот паркур, перепрыгиваем, давайте, не отставайте! Ты чё там творишь? Я за тобой даже не успеваю, у меня дожить! Ты куда так разогнался? Я смашу, лови его! 10 минут осталось, просто пробегал! Да, слушай, вот это самая страшная ловушка. Господи, мать моя женщина. Так, я бы с огромным удовольствием бы с вами... Да ядрен батон! Быстро, хрень, надо отсюда сбегать! Да как ты так бежишь, что я с тобой не успеваю? Ты что творишь? Все нормально, я иду направо, ты идешь налево. Если с нами кто-то там еще туда попал, пускай он бежит в другое место. Надо срочно, слишком мало времени. Да учитывая, что ты бегаешь как Соник, самый настоящий, там времени вполне достаточно, так что бей! Погодите секундочку, не убив... Слушайте, это получается... Господи, да стрейся ты!
получается то, что каждый раунд этот сундук обновляется. Вулкан, ты не стой просто на месте и смотри на этих разбойников, их убивать надо. А чё за сундук ты, который обновляется? Ты мне ничего сказать не хочешь? Слушай, Херет, какая ты, иди сюда, иди сюда, отстань от Вулкана, иди сюда. Иди сюда, быстро, 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 быстро. Когда мы пройдем эту деревню, вот, я не могу выбраться, от меня обратно в инвентарь возвращается. А ты где это взял-то? Может, я там же возьму? Нет, там уже нет, Херет. Слушай, у нас очень мало времени. Ищи последних разбойников, их же добить надо. Да! Отлично, замечательно. Побежали 8 минут. Еще осталось, Херет. Давайте, ребята, попрыгали только. Ай, капкан попался, да ёбай. Я тоже капкан ударил. Так, слушай, так вы уже нормально прошли, Данил? Смотри, здесь никого. Нет, догоняй меня, вот этот, Херет, не падай в воду, главное. Жека, плей, это или Софи Грей, или вот там, какая дверь, какая дверь? Середина, середина, середина. Хорошо, жулик, плей, стой здесь. Это что? Красава, что мне на голову сейчас прилетело? Давайте, ребята, бежим, бежим, не стоим на месте, так тут печка. Да просто проходите эту печку, она не успеет ее активировать. Все, так тут вот это, тут шахта, а шахта я кур. А что, шахту уже активировали, что ли? Да, я засосал твои. Да, я в шахту попала. Что это? Меня и так шатарахнуло один раз по башке. Вы даже не успеете активировать своих вот этих вот... Я пробежал эту руку, как она успела меня ухватить? Так, банан, лови его, если не получится, то я его поймаю. Банан, пробежал! Да, что-то в первом раунде мне как-то больше везло, вам не кажется? Эй, не толкайся! Я ж тебя найду, Матаха! Ты что, меня толкаешь? Да какой ты меня толкаешь? Я на капкане сдох, да в смысле? Матаха, давай пошла вперед! Пошла, 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 Софи Грей, пошла! Как вы проходите? Я не понимаю, что происходит, а только еще молот даже не активирован! Да, лучше нажимай! Нет! А вернулся он зачем? Я Софи Грей побежал. Побежал. 4 минуты. Да я добежал почти до самого конца, банан, со своим яблоком. Фу ты! Пацаны, а вы мне это помочь тут не хотите? Помогите мне кто-нибудь! Я застрял! Помог! Я летаю! Бегите дальше, чё вы стоите-то на месте? Тут уже финал, у вас осталось последняя минута. Я для вас активировал половину ловушек, которые были на этой карте. Вам всего лишь надо пройти ещё где-то 3 ловушки, и всё. Игра для вас закончена, Натаха, давай. Давай, давай, я бегу, сосиска, Хрей, давайте бегите вперёд, чё вы стоите. А ударил он меня, зачем я плохо выбрал? Побежала сосиска, давай, вперёд. Ой. Ребятки, 17 секунд! Софи Грей, 17-15 секунд, чтобы Софи просто Грей, сюда забежать! Все, просто нажимай, все! Это что сейчас такое было, а? Что у тебя в руке, а? Что ты пил весь раунд? Четырёха! Какая разница, что я пил, не пил, банан, я и так умер, ты меня яблоком придавил, какая разница, причем, какой четырюга? Но из-за тебя мы пропустили половину наших ловушек, из-за тебя Софи Грей смогла пройти, и вы выиграли. Значит, за здоровье Софи Грей. Раз она прошла из-за Софи Грей, мы выиграли. Какой ты у меня молодец, Софи Грей, слушай, ты впервые там, ты с нами записываешь, это, наверное, 5-й ролик, и ты уже в 5-м ролике прошла до конца, молодец ты, вот. А со мной поделишься читами своими, а? Да, вообще-то я бы тоже был бы не против, чтобы ты своим этим напитком поделился. Я, конечно, против читов, но от такого напитка я бы тоже не отказался. Ты где его достал-то? Где достал, там уже нет, Херейт. Да тем более это не чит. Если бы это был чит, этих зелий бы не было в том доме, в котором я их чисто случайно нашел. За твое здоровье. ЖКП, отстань, я тебе не дам ничего пить. Ну дай, пожалуйста. И мне.
Может, ты нажмешь уже на этот влог слева, а не просто будешь на меня смотреть и музыку слушать, а?